Сура Ат-Тур. Гора. Бисмиллахиррахманиррахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ват-Тур. Клянусь горой. Ва-китабин мастур. Клянусь писанием начертанным. Фи раккин маншур. На развернутой нежной коже. Вал-байтил ма'мур. Клянусь домом наполненным, храмом на седьмом небе. Ва-сакфил марфу'. Клянусь кровлей возведенной. Вал-бахрил масджур. Клянусь морем разожженным, или переполненным, или опустевшим, или перемешанным. Инна азаба раббика лавакиъ. Наказание твоего Господа непременно наступит. Ма лаху мин дафиъ. И ничто не отвратит его. Яума тамуру ссамау маура. В тот день небо содрогнется от колебаний. Ватасиру л-джибалу сайра. А горы придут в движение. Фавайлу яума изин лил-муказзибин. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Аллазина хум фи хаудин яльабун. Которые забавляются, предаваясь празднословию. Яума юдауна иля нари джаханнама даа. В тот день они будут нещадно вергнуты в огонь гиенны. Это тот самый огонь, который вы считали ложью. Неужели это колдовство? Или же вы не видите? Ислауха тасбиру, ау ла тасбиру, саваун алейкум, иннама туджзауна ма кунтум та'малун. Горите в нем. Вам все равно, будете вы терпеть или не станете проявлять терпения. Вам воздается только за то, что вы совершали. Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и блаженстве. Они будут радоваться тому, чем их одарит их Господь. Господь их уберег их от мучений в аду. Кулу вашрабу ханиан бима кунтум та'малун. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. Муттакиина аля сурурин масфуфа. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умолим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрел.
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Мы наделим их фруктами и мясом таким, какое они пожелают. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не принесет ни празднословия, ни греха. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Они будут расспрашивать друг друга. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Они скажут: прежде, находясь в кругу своих семей, мы трепещали от страха. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра или мучений в аду. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Мы взывали к нему прежде. Воистину, он добродетельный, милосердный. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Напоминай же: по милости своего Господа ты не являешься ни прорицателем, ни одержимым. Или же они говорят: он поэт. Давайте же подождем, пока время не разберется с ним. معكم من المتربصين. Скажи: ждите, и я подожду вместе с вами. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Неужели умы повелевают им такое, или же они являются людьми преступными? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Или же они говорят: он выдумал его. О нет, просто они не веруют. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Пусть приведут подобное ему, Корану, повествование, если они говорят правду. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Неужели они были сотворены сами по себе, или просто так? Или же они сами являются творцами? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Или же это они сотворили небеса и землю? О нет, просто они лишены убежденности. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Или же у них есть лестница, на которой они подслушивают разговоры ангелов? Пусть тот из них, кто подслушивал, приведет ясное доказательство. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ.
Неужели у него дочери, а у вас сыновья? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Или же они владеют сокровенным и записывают его? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ Или же они желают замыслить козни, но ведь неверующие сами станут жертвой козни. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Или же у них есть другой Бог наряду с Аллахом? Аллах причист и далек от тех, кого они приобщаются, товарищи. Даже если они увидят куски неба падающими, они скажут, это скопились облака. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Оставь же их, пока они не встретят тот день их, когда их постигнет погибель. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ В тот день их козни не принесут им никакой пользы, и никто не поможет им. Воистину, беззаконникам уготованы мучения, и перед этим... Но большинство их не знает этого. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты у нас на глазах. Прославляй хвалой своего Господа, когда поднимаешься ото сна. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Среди ночи восхваляй его и при исчезновении звезд.